спросим у нашего женского пола, сколько же должен зарабатывать дорогой мужчина? Если все получила, отдал, ну 60. 200. 200? Ну а что? Ну, 25-30 хотя бы. 50 только при условии того, что я тоже буду получать хорошую зарплату. 400. Ну 400, да, где-то так. Или еще больше. 400 рублей? Нет, 1000. Много. Много сколько? Ну, от 100. Я тоже так считаю. Столько, сколько буду зарабатывать я. Что? Сколько вы хотите зарабатывать? Мы в медицинском учимся, тут такие вопросы. Выше среднего. Выше среднего, да. Конкретной цифры нет. Ну, 100 слишком много, я думаю. Около 100. Около 100. Чтобы содержать семью. Ну, а чтобы хватило. Ну, 70-80, не меньше. Это для среднего. У меня нет понятия, сколько он должен зарабатывать. Я думаю, что с милым и в раз шалаше. 20-30 тысяч, то есть абсолютно... Ну, нет у меня такого, что вот он должен там 40 тысяч. Я замужем, ребенок есть, и мой муж столько зарабатывает, ну, сколько хватает на жизнь. Да, главное, чтобы работа. Ну, наверное, достаточно, чтобы обеспечивать семью. А сколько для вас? Несколько десятков тысяч, наверное, 20-30, это, ну, в принципе, наверное. Думаете? Я так думаю, да, я же никогда не интересовалась. Может быть, откроем свой совместный бизнес. Но это не принципиально, правда. Мы можем зарабатывать и мало, но при этом любить друг друга. А наши цены все растут и растут. Мы справимся. Если у вас маленькая зарплата, и вы не можете обеспечить свою девушку, или вы та самая девушка, у которой нет мужчины, который хочет вас обеспечить, пожалуйста, зайдите на блокнот «Работа» и ищите работу именно там.